Всем привет! С вами Prime Tools, магазин профессионального инструмента и оборудования. Мы находимся в Алматы и отправляем по всем регионам. Сегодня в нашем обзоре набор инструментов от белорусского бренда Rockforce. Набор инструментов 108 предметов. Главной фишкой данного набора являются телескопические трещотки. В прошлом нашем обзоре мы уже снимали набор инструментов этой же фирмы на 108 предметов. По ссылке ниже вы можете посмотреть данное видео. Перейдем непосредственно к комплектации нашего набора. Кейс набора выполнен, как обычно, из ударопрочного пластика и имеет две металлические защелки. Самой основной фишкой данного набора являются телескопические трещотки. И набор Е-головок, которые очень важны для ремонта наших современных автомобилей. Давайте подробно рассмотрим инструмент в данном наборе. Это два посадочных квадрата 1,4 и 1,2 дюйма. На 1,4 дюйма у нас есть телескопическая трещотка на 72 зубца. Битодержатель. Набор головок Е, Е4, Е8. Обычные головки от 4 до 14 мм. Шарнирный карданчик, благодаря которому можно достать до труднодоступных мест и открутить любой крепеж. Т-образный вороток, два удлинителя на 100 мм, на 50 мм, бор глубоких головок от 6 мм до 13 мм. Биты размером 32 мм, это торксы, хексы, филлипс, слоут, пози драйв. Подожди, забыли головки жбиты тут еще на 32 мм, хексы, торксы, филлипсы, прям как утюги, пози драйв. Перейдем к квадрату 1,2 дюйма, это телескопическая трещотка на 72 зубца, она имеет 6 положений. Смотри, трещотка такая длинная, можно с выхлопной трубы мотор разобрать. Удлинитель, он же Т-образный вороток на 250 мм, который имеет адаптер с 3/8 дюйма на 1/2 дюйма, каленый. Небольшой удлинитель на 125 мм. Шарнирный кардан на 1/2 дюйма. Для труднодоступных мест. Две свечные головки на 21 мм и на 16 мм. Головки имеют резиновую вставку. Благодаря резиновой вставке свечка плотно держится и можно без проблем вытащить ее, не потеряв. Набор Е-головок размером от Е10 до Е24. Которые применяются повседневно в наших автомобилях немецких, японских. Размер шестигранных головок от 11 до 32. Популярные головки на 17, 19 и 21 в наборе каленые, которые подходят под пневмопистолет. Набор имеет глубокие головки размером от 14 мм до 22. Также популярные головки 17-19 каленые.
тоже подходят под пневмопистолет. Набор имеет также головку битодержатель с металлической вставкой, которая применяется для держания бит, и они не выпадают. Набор также включает в себя биты больших размеров, это торксы, пози-драйвы, слоутеты и хексы. Немаловажными инструментами в данном наборе являются Г-образные шестигранные ключи небольших размеров для ремонта сантехники, мебели или бытовой техники. Наш набор имеет металлические вставки, которые намного дольше служат при открывании частом и закрывании набора. Подводя итог, мы хотели бы сказать, что набор отлично подойдет как для любителей, так и для профессионалов. Отличительной чертой данного набора от всех других, которые мы ранее снимали, это две телескопические трещотки на 1/2, 1/4 дюйма. Набор каленых головок 17, 19 и 21, также глубокие головки 17, 19, которые можно использовать уже с гайковертом, и набор Е-головок от Е4 до Е24. Компактный размер кейса позволяет брать его с собой в дорогу. Металлические защелки более плотно закрывают кейс. Металлические штифты позволят кейсу долго вам служить при частом открывании или закрывании. Поролоновая прослойка очень плотно держит инструмент на своих местах, и при движении в автомобиле ничего не гремит и не стучит. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Если у вас остались какие-то вопросы по данному кейсу, задавайте вопросы в комментариях. Всем спасибо, всем пока!